Ну, попробуем. Попробуем. То я Никса в тот раз, блин, задоджил, блин, потому что там кто-то заснайпил, короче, меня, блядь, еще говорю на стриме, типа, блядь, не хочу сейчас, блин, да, он, походу, на себя это принял. Ну, типа, Мария, он, да, там как-то по сообщениям начисляется, я хз, это тупо темка же ее там, какой-то челик написал, сколько там сообщений надо, я не знаю. Блин, а они случайно этот стридер, блядь, не бафнули, нет? Так чисто вот интересно. Да я не видел того ведра, блядь. Заделываю и все, и тупо стан. Я там должен был проезжать, блин. Алло. Блин, если бы знал, что эта карта, можно было взять бы зов с этими, блядь. С оленьками. Да не, карта нормальная для Нерсы. Ну, есть пара текстур, где не пролетаешь. Ай! Чё так больно? Чуть-чуть я поспешил. А как это он так пробежал? А, он в подвал типа фейканул, серьезно? Нормальный фейк. Рили, нормальный фейк, я бы не подумал бы даже. Он типа в подвал фейканул как-то. О, приветики. А кто на Дэви... кто на Дэвиде, кстати? Бля, рили так непривычно к звукам. Рили очень непривычно. Кто-то здесь был. Угу. Ну, бля, я хотя бы слышал, что она была здесь. Ой, ой. Ну, вот такие вот текстурки есть здесь, конечно, есть. Бля, я думал, будут заводить, они не заводят. Да не, не изи. Почему? Они быстренько заводят гены.
Бля, я сам себя наебал, блядь. Мертвая зона, блядь, здесь. Быстро заводят они гены. Ай, ну она спринтульку откатила. Why you bully me? Просто Рилли откатила спринтульку. Бля, ну это пиздец. Я не могу понять, где она, блин. Я настолько привык играть, блядь, с пиздобольными шифтами, что сейчас я не могу просто понять, что она будет. Что она делает вообще. Ну неужели, господи, блин. Я думал, я тебя никогда не поймаю уже. Нет, ну почему? Карта нормальная. Просто здесь можно на раскладку играть. Тут единственное, что плохо, тут нельзя прочитать, блин, типа, в какую сторону сурф пойдет, вот и все. Типа, по следам можно, но как бы... Вот, Рики, привет, зайк. А где мой туман, Трик? Бля, ну тут текстурка хуёвая. Да блядь. Бля, быстро ворота открываются, серьезно? Привет, не летит. Ну, в смысле, Даш, это ГГ? Ну, это, конечно, ГГ. Они же играют в стаки, блин, по войсу. Блин, естественно, блин, как бы стаки по войсу. Игра идет в таком масштабе. Ну, блядь, никто из них не выебывается, во всяком случае. Блядь, Даш, не агрись. А что они такого делают? Бля, я понимаю, если бы они стелсили, еще выебывались бы, блядь, как это делают остальные... А остальные, блядь, допустим, блядь, бегают со всякой хуйней, но, блядь, еще при этом успевают выебнуться. Они ничего такого не делают. Давай. Типа как бы, блядь, у них есть часы, но эти часы, если кемпить их бесполезно, это я вам по факту говорю. Если ты их не кемпишь, эти часы им ничего не зарешают, только на воротах. Один осколок там в катке, он ничего по факту не дает.
Нет, Даш, просто как бы, понимаешь, это стак людей, которые играют с тех времен, когда еще, блядь, нужно было стелсить и заводить. То есть мы с ними уже это давно обсудили, и как бы, бля, я не хочу эту тему поднимать. То есть, ну, они играют на выход. Я не вижу ничего плохого играть на выход, если, ну, блин, если им так хочется. Если это ихняя манера игры, ну, выходить в каждой катке. Пусть они выходят. Факт в том, то, что они не выебываются, и они не берут, блядь, никакие гейские билды, блядь. То есть с ними реально кемпить это не прокатывает, а все остальное это тупо забей, блин. Один осколок, блядь, ну часики, все. Часики, блядь, они им нужны, чтобы снять, если ман будет кемпить на открытых воротах. Если ты их не кемпишь, можно разыграть. Ну, как бы раз на раз не приходится. Понятное дело, что когда с войсом люди играют, один вводит мана, другие заводят. Хуже, когда, блядь, берут, как эти, блядь, картаны айронвиллы, там всякие осколки орехи, стелсят, заводят, потом еще, блядь, выебываются на воротах с орешками. Я мог с ними не идти играть, если б я не хотел, но рано или поздно, рано или поздно, 2-3 килла я должен с их стаком сделать. Вопрос времени просто и все. Сильны не те сорвы, которые выебываются.